Привет, ребята, вы на канале Сахалоса. Сегодня будет маленькое видео, поэтому перед просмотром этого видео не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Ну а мы сегодня поставим редкого цербера. Ну что, не эпическое? Будет. А что, боже, раскрой. Сейчас мы попробуем вывести еще. Эпика. Да ладно, что значит, что у нас нет. Ну как, ну. Дайте мы пристем, а то мы видим. Так, мальчик, у нас 15. Человек, у нас 17. Еще 1000 монет. 5000 монет. Боже, что за фигня? Вот так вот. Ты что, перевал пистелась? Винни, прости. Не получается. Ну что же сделаешь? Надо мы устроим всех обыкновений. Редких? Редкого сделать это. Было бы классно, кстати, если бы не получилось это редкий. Кто? Кто-кто? Рифик. Да, мне здесь получилось редкий идиот упасть. Ну, я отправил второй инкубатер. Инкубатер. Батер. Так, что можно здесь сделать? Дегаха, Ваня, тут можно сделать эпик дегаха. И рифик. Вот это красиво! Эпик воду. Ну давай, кого-нибудь будем взять. Эпик лопага, эпик диода. Или эпик для гаха. Эпик диода ты так знаешь. Не буду делать. Я... Почему? Ну хорошо. Я клавлю 60-го. Клавлю 60-го? Он сказал 60-го уровня. 60-го. 60-го? Нахожусь. Да, слушайте. Я играю с тебя. Чтобы вывести эпик лягушку, именно не лягашку, а лягушку ее зовут, нужно зеленка плюс осьмидаба. Что, попробуем ее вывести, она быстрее будет. Давай. Зеленка, осьмидаба, где у нас? Вот наша осьмидаба. Осьмидаба, даба. Сейчас мы ее посчастливее сделаем. Осьмидаба. Тут мы всякую фигню гоняем. Оп. Раз. У него дешевые радости. Какие? Какие-то дешевые. Какие а третью не знаю. Ну, тайну не знаю. Ну ладно. Так. Итак, нам надо зелынка плюс осьмидаба, да? Что? Зелынка плюс осьмидаба. Да. Зелынка. А стоп 270. А ты говорила нельзя накопить, а? А мы не выполняли задание. А почему в кребет? Кребет лучше. Тебе на кребет вообще пофиг. Потому что это подписчик пол просил. Тоже легаха, конечно. Я не выведу. Мать моя.
должна. У нас 6 утиных сундуков. 6 длинных тебе надо. Устрицу копченую. Мытнем. Все, последний раз. А я знаю. Знаете, пару раз заспил, потому что вернуться эти 40 бриллиантов. Давай посмотрим, что можно сделать. Слава, тут эти бриллианты. Я, конечно, не успею это. Небожители сделать, 5 не осталось. Кого будем здесь делать? Не знаю, ничего не делать. Не делать. Значит, никого. Нужно зеленка. Плюс зерномех. А для пропибога? А для удачика эпического кто-нибудь? На кого? Для удачика. Пипиборга пумпон плюс кустин. Ударчик тумпу плюс пипибор. А, так понял. Это пумпон и зеленку плюс ударчик. Не могу. Давай тумпу плюс пипибор. Угу. Тумпики плюс. Тумп. Про тумп? Про тумп. Проточные тумпы? Протухшие тумпы. Здесь у нас еще не готово. Но чтобы их попытать, нам придется хранить продать. Или еще одного. Три угла нахрен просто. Где? Тут. Там же нет. Есть? В звездном магазине. Не а в коллекции не показывается. Ты мне врешь. Нет. Ты мне врешь. Врешь? Нет. Придешь? Это интересно. Мне кажется, там что-то кто-то рвет. Так, давай, эпический шнобобель. Оп. Устроился. Ладно. Тогда я предлагаю сделать уталапу, потому что мне нужно делать янтарей. Мне нужно 4 уталапы, да. Да, время идет безвозвратно. Иначе я вообще не успею никого. Расстраиваться, потому что не то, что не то. Поэтому поедем в духе все. Не, точно не. Сейчас не буду уже никого выводить. Буду делать. Когда можно будет пузаться, ты будешь выводить пузаться и хуй. Везде. Всех. Пузахулу. Чё? Пузахула. Чё? Пузатая хула. Пузахула. Ты сказала пузахула. Я сказала пузахула. Это помесь пузайца и хула. Это будет хула с животом пузайца просто. Не надо. Ты мне что-нибудь все это? Ой, нам некуда прочувствовать. Вот этим крафтом, только что прислегашкает.
микроскопическая. Вот все. Стекопашка. Рукопашка. А вы знаете, что в маленькой версии My Sinking Monster только начинается сезон юбилей? Ты не знал? Тут... Давайте попробуем еще раз. Джемов сборы. Давай я. Можно даже обычно. Давай, он обыкновенный. Бесит. Вот такой вот у нас получился видосик. Ну а вы были на канале Психолос. Не забывайте подписаться на наш канал. Всем пока-пока. Всем спасибо за просмотр.